В этом видео мы с вами будем выполнять испытание пробуждения Дженнифер Уолтерс. Привет, ребят, меня зовут Санчес, и сегодня мы с вами будем выполнять испытание Дженнифер Уолтерс, чтобы наконец-то получить ее зелененький стиль. Ну, стиль не стиль, но при помощи эмоций она сможет изменять свою внешность. Чтобы нам получить Дженнифер Уолтерс, нам нужно достигнуть 29 уровня боевого пропуска, при этом боевой пропуск должен быть куплен. Тогда у нас откроется обычный скин Дженнифер Уолтерс и выполнить эти все испытания. Как только мы выполним все испытания, мы сможем превращаться в ее зеленого друга. Ну или подругу, что там у нее. В первом испытании нам нужно побывать в офисе Дженнифер Уолтерс, играя за Дженнифер Уолтерс. В этом домике она работает, в торговой точке, и, внимание, главный пунктик, нам нужно выполнять все эти испытания в скине Дженнифер Уолтерс. У меня еще не 29 уровень, поэтому я маленький, не могу взять этот скин. В следующем задании нам нужно уничтожить шпионов Доктора Дума, играя за Дженнифер. Шпионы Доктора Дума находятся в Доминионе Дума, летим туда. Ну, летим, едем, в общем, двигаемся. Самого Доктора Дума можно не трогать, просто нам нужно убить парочку шпионов. Всего нужно убить 3 охранников. Опа, там человек, не буду-ка я его трогать лучше. Не нарываюсь, я ж мирный пацан. Так, мы уже в бывшем приятном парке, просто находим тут 3 ботов, убиваем их, и задание выполнено. В следующем здании нам нужно разбить вазу. Ну, как бы странно это ни звучало, это так. Лучше всего лететь в ладный лагерь. Прямо на вот это вот место, там будет стоять одна ваза, вы подходите к ней, вы летите туда за Дженнифер, ломаете эту вазу и сразу же активируете эмоцию. Выбирать там не нужно, там будет доступна всего одна. Как только вы залезаете эту эмоцию, она превратится в нашего зеленого друга, ну или подругу. И, в общем-то, на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться и включать колокольчик. А с вами был я, Санчес. Всем спасибо и всем пока-пока.